Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам о препарате аугментин. Аугментин выпускается в виде таблеток 625 мг, порошка для приготовления инъекционного раствора, порошка для приготовления суспензии. В данном видео я расскажу вам о таблетках. Действующее вещество – амоксициллин натрия, клавуланат калия. Относится к антибактериальным средствам. Его основной компонент – амоксициллин – пенициллиновый антибиотик, имеющий широкий спектр активности против многих микроорганизмов. Аугментин назначается для лечения инфекции, вызванной чувствительными к нему микроорганизмами. При внегоспитальной пневмонии, остром бактериальном синусите, среднем отите, обострении хронического бронхита, пиелонефрите, цистите, инфекциях кожи, укусах животных. Порошок для приготовления раствора аугментин применяют его так. Таблетки взрослым пациентам и детям весом 40 кг назначают в дозе 1 таблетка 3 раза в сутки. Детям весом 25-40 кг от 25 мг на килограмм до 75 мг на килограмм в сутки в 3 приема. Таблетки аугментина нельзя делить. Аугментин нельзя применять при аллергии на любой антибиотик пенициллин, наличие в прошлом тяжелых аллергических реакций, связанных с применением антибиотиков, наличие в прошлом нарушения работы печени или желтухи, связанных с приемом амоксициллина. Следует также избегать применения при беременности, особенно в первом триместре, а также при кормлении грудью. Спасибо за просмотр, будьте здоровы! Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.